Всем здорово, с вами Эдгар, на канале Мысли от Эдгара. Сегодня хочу зафиксировать такой моментик, указать. Тут у меня брызгалки установлены, фары, омыватели. Так вот, когда было минус 25-30, и я купил жидкость, залил, вроде написано было там до минус 30, в действительности нифига, замерзло. И вроде как я не нажимал, чтобы омыватель сработал, но он все равно выехал. Я обратно ни хера, короче, не заехал. Остался. У меня так и не получилось заехать машину в какое-нибудь теплое помещение. У меня есть гараж, но в гараже там другая моя машина, ну и... Заезжать что-то, если честно, лень. Тут всякие провода, всякая фигня, там снега уже навалило. Тачка у меня в основном на улице стоит зимой. Этой машине вообще пофигу по поводу того, что, ну, она вдруг не завелась. В любые температуры заводится, так как тут есть печка еще дополнительно. И вот с того времени у меня вот эта брызгалка... Вот так вот выехала и не заходила обратно. Чем теплее на улице становилось, тем она все шла обратно и обратно. В один какой-то прекрасный момент у меня начали там спереди омыватели работать. Я нажал, все слил нафиг, все, что было там внутри, и залил другую жидкость. И вот буквально пару дней, и сегодня у нас минус 5 всего лишь. И сейчас вот выхожу по делам поехать и смотрю, что заехал обратно. Ничего не делал, просто он сам по себе заехал обратно. Ну как ничего не делал? Там слил, залил другую жидкость. Купил, кстати, на Лукойле. До этого покупал жидкость в каком-то супермаркете, короче, не помню какой. Какой-то непонятный супермаркет, и вроде написано было, что там при минусах, там все такое. Ну, в общем, дешманская вот эта жидкость, она есть дешманская. Тут на Лукойле подороже взял, залил. При том, что минус 20 написано было. И вот сразу же все на место заехало. И нифига ничего не будет, я думаю, замерзать. Такие дела. Вот такую вот жидкость я купил. Минус 20, Лукойл. Зимняя, вот, без метанола. Нормальная жидкость, не воняет. Потому что проблема вот этих жидкостей, как я понял, две. Две проблемы. Первое, самое важное. Что там написано минус 20, в действительности может быть минус 5. В общем, не факт, что там за жидкость находится. Это все зависит от производителя, насколько честно все там прописано. Ну вот, я залил лукойловскую минус 20, и было минус 25, и брызгалки работали. Все вроде нормально было. Так что все-таки нужно брать у официалов хотя бы какая-то вероятность, что там будет соответствовать. Ну, даже если минус 20, ну чуть-чуть они там обманут. И вторая проблема — это насколько вонючая эта жидкость. Потому что когда ты начинаешь это все дело брызгать, в салоне можно просто сдохнуть. Вот, как-то мне попадались жидкости. Безвыходная ситуация была, надо было срочно залить. По пути взял непонятно магазинчики, залил, а потом ехал и думал, сейчас бы противогаз какой-нибудь. Такая вонь в салоне была просто. Ладно, что я там без детей, поэтому все-таки заранее нужно покупать вот такие темы, чтобы соответствовало минусам и запах. Напишите, какие, может быть, вы используете.
Буду знать для себя, как-то это выпишу, запишу, блин, буду покупать нормальные. Вроде современный мир. Современное общество. Уже, блин, все уже перетестировано. Но нет. Один хрен, блин. Постоянно в поиске, блин. Одно и то же, блин. Ничего не поделать с этим.